Oh, спасибо. Don't forget. Don't let her steal them after the program and sell them to her cousins. Don't sell them to her cousins. Кришна, Кришна,
Thank you.
Прибыл. Yes. Some good person speak something. What is Vaishnavism? Я хотел сказать о трех золотых правилах Гурудева. Ну, это тоже восьмой вид. Who made these pancakes today? Сурешвари and Лакшмиприя. Сингурба broke his tooth on. А я особо не понравился, что сломал зуб. Who made it? Лакшмиприя and? Нет, Сурешвари. Лакшмиприя, Сурешвари. Я не знаю, почему вы разговариваете. О блинах разговаривают. Спрашивают, кто сегодня сделал. Гурве Чандрая, Ратикая, Тадалай, Кришная, Кришна Бхактая, Тад Бхактая, Намо Намаха. Манчакалпа Тарупеша, Крипа Силубеевача. Патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха. Бхактя вихина параталакшаш кшипташча камади тарангамати. Крипамайтвам шаранам прапанна вринде намасте чаранаравиндам. Прежде всего я приношу смиренные почтительные поклоны лотосным стопам моего Гурудева Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, моего дикшу гуру. А также я приношу смиренные поклоны лотосным стопам моих дорогих шикши гуру, Шримад Бхактивиданта, Мадхусун Госвами Махараджа, Шримати Кришна Прейта Курани, всем наши рупануги гуру Варги, Шримад Бхактивиданта Дамодар Махараджа, всем собравшимся преданным, гостям. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Канун после Рождества. И Махарадж попросил меня тоже что-то сказать. И я хочу рассказать свою излюбленную тему. Это мне нравится, вот у Гурудева есть у нас, у Шрила Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа, есть три золотых правила. Наверняка все многие из вас их знают, но не лишнее напомнить. Вот, они написаны в Шлокамритом Бинду, в нашей книге, где собраны шлоки. Стихи из Писаний, которые помогают нам в баджане, в молитвенной жизни. Махарадж также попросил мне рассказать, что такое вайшнавизм. И, в принципе, у нас в вайшнавизме есть самое главное предписание. И это всегда помнить о Кришне. И самое главное, и один самый главный запрет – это никогда о нем не забывать. Махарадж нам прекрасно объяснял, что все наши проблемы из-за того, что мы забыли Кришну. Он океан Ананды, счастье, блаженство. И мы его через побуждение, желание говорить, импульс ума, порывы гнева, требования гениталий, достойны того, чтобы принимать учеников духовного учителя. Да. И первым, как я уже сказал, стоит контролировать побуждение речи, да. Это не значит, что мы молчим, как рыбы. И на самом деле под контролем языка подразумевается, что мы не какие-то мирские, бесполезные темы, да. Вот, а говорим о насущном, о Кришне, да, о духовном, духовной философии, да. Здесь вот у нас собрание, мы все говорим на духовную тему, это правильное использование нашей речи, да. Вот, и... Но также с помощью слова можно ранить человека. Вот контроль ума, это как раз вот, что это, ну, не критиковать, да, кого-то, не ранить его.
Потому что говорят же, что слово можно излечить человека, а можно также его убить, да. Молчание золото, есть такая пословица, да. Вот. И Гурудев приводит пример с Драупади из Махабхараты, да. Когда пандавы, они построили пандавы и кауравы, мы знаем, они противостояли друг другу в Махабхарате, да, и кауравы всячески притесняли пандавы, и, а пандавы, они все время терпели. Ну, Шритичира Махарадж, вот он всегда дал себе обет, всегда как бы следовать пути добродетели, и он все это терпел, да, и когда они вернулись и все-таки потребовали, и они выделили им какую-то такую бесплодную территорию, и, ну, несмотря на это, они там построили удивительный как бы дворец, дворец собраний, что даже сам Дурьотхан туда пришел, чтобы посмотреть на него. Да, и он был поражен вот красотой, изяществом и убранством этого, этих, храм, этих, этих залов, да. И в одном месте он принял воду за пол. И там все так было устроено очень это, интересно, что в некоторых местах выглядело, как будто это вода, но на самом деле это был пол. И, а в других местах казалось, что это пол, на самом деле это была вода, да. И он упал там в воду, да, и все начали, пандавы, они начали смеяться, да. Ютиштхира Махарадж хотел их как бы пристроить, остановить, а Кришна сказал, как бы, не надо их делать, пусть они смеются, да. И Драупади тогда она сказала, сын слепого сам слепой. И Дурьотхана, он затеял обиду, он сказал, ну, я вам отомщу. И вот это вот как бы его обида, вот эта несдержанная речь Драупади, она послушала причину того, что разразилась великая битва Махабхарата, где умерло миллионы и миллионы людей. Я не помню, сколько там, но там то ли 600 миллионов людей. Огромная противоположность речи. А второе, это пример с Ситой из другого эпоса. Раму сослали в лес на 14 лет. Сита последовала за ним. Лакшман тоже последовал за ним. И они там в лесу жили. И Шурпанака, она хотела выйти замуж за Раму. Но в конце концов, по приказу Рамы, Лакшман отрезал ей уши и нос. Она была демоница. Она прибежала, все Раване рассказала. И сказала, что на самом деле Сита, она такая красивая, и если кто-то достойный, то это красивых цариц везде, красавец, привезел свой дворец, да, и когда он услышал про Ситу, что она такая красивая, то он отправился туда вместе с Маричи. Вот, и Марича обернулся золотым оленем, начал скакать возле шалаша Рамы. И тогда Сита, увидев этого золотого оленя, сказала: «О, дорогой Рама, пожалуйста, поймай мне этого удивительного золотого оленя. Без идеального мужа». Он побежал. Лакшман сказал: «Охраняй Ситу, никуда не уходи». Лакшман сказал: «Сторожить Ситу», да, и когда Рама догонял этого оленя золотого, то он, в конце концов, понял, что это демон, и выпустил в него стрелу, и убил его, и умирает Маричи, он голосом Рамы крикнул: «Сита! Лакшман! Помогите!» Вот, и... Лакшман! Save me! И то она сказала Лакшману: «О, Лакшман, а что случилось?» Ну,
Ну ладно, я закончу тогда эту тему. И Лакшман. Да. Но Лакшман остался неподвижен. И тогда Ситхарт стал его обвинять. Говорил, ты шпион Бхараты, ты на самом деле хочешь, чтобы я быстрее, то есть, чтобы наслаждался мной, там, когда Бхарата займет трон. И она тоже не сдержала свою речь и оскорбила Бхарату. А Бхарата был настолько чист, что он никогда не смотрел даже ей в лицо. Он всегда смотрел ей стопы. Да, и Лакшман сказал, почему ты так говоришь? Ну, ладно, раз ты говоришь, что я уйду, да, бегу, да, на этот зов. И разразилась огромная битва уже на Ланке, и опять умерло тоже много-много людей. Поэтому, если мы хотим прогресса в своей духовной жизни, нам нужно контролировать свою речь. Иногда, прежде чем что-то сказать, нужно подумать, а насколько это благоприятно будет для других. Потому что в Бхагавад-гите говорится, что речь должна быть угодливой и доброжелательной. Да? Это аскеза речи. Если существует аскеза речи, нам нужно ее соблюдать, да. Жаловаться, не обижаться, не гневаться. Вот у нас иногда бывают какие-то препятствия в духовной жизни, и мы можем, если мы не знаем философию, то есть не знаем вот этого стиха, так ты, ну, кампам, сусами, кшаману, то мы можем пасть жертвой гнева, сказать, там, и оставить баджан, гуру. Поэтому вы все должны знать настроение этого стиха. Таттинукампам сусамикшамано бунджана эватма критам випакам ритвагва будир идадхан намасте дживетая муктипаде садайбхах. Это Господь Брахма сказал. Я не помню, при каких обстоятельствах. Но смысл этого стиха в том, что терпение означает во всех ситуациях видеть милость Кришны. Если что-то нам случается, мы должны провести самоанализ, не искать причину во мне, найти причину в себе и исправить ее. И тогда и внешняя ситуация, она тоже, как индикатор, может измениться, да. Потому что говорят, что лучше терпеть, чем возмущаться порой. Вот. И Гурудев приводит, а вообще полностью стих это переводится так. Тот, кто во всех ситуациях видит проявление плоды собственной деятельности. То есть он понимает, что если что-то жизненное происходит, это плоды моей собственной деятельности. По карме мне это пришло. И проявление твоей милости. И плюс еще Кришна вмешивается. Если мы преданы, и Кришна тоже вмешивается, да. И поэтому, если мы порезали палец, мы должны радоваться. О, по карме я должен был лишиться руки, но Кришна милостиво сделал так, что я порезал палец. Поэтому тот, кто принимает все, что с ним случается, как проявление, как плоды собственной деятельности, проявление твоей милости, и остается непреклонно на пути преданности тебе, отдавая служение тебе свое тело, ум и речь, достоин того, чтобы обрести твое лотосное тело, обитель освобождения. Да, и Гурудев тоже рассказывает историю там с Аванти Брахмани, кстати, там вот, что он, его было, его Махараши нам подробно это описывал. Аванти Брахма, что бы с ним ни случалось, как бы его ни оскорбляли, он не проронил ни слова. Он пришел к Гурудеву, сказал: «О, Гурудев, смотрите, что со мной произошло, сделали в моей родной деревне. Там. Мою чашу до испражнений там писались, испражнялись, на меня плевали, били». Чашу до пожертвования. Да, извините. Гурудев говорит: ничего страшного, ты же в ответ им как бы ничего плохого не сказал. Да, я говорю, терпел, ничего не говорил. Ну и прекрасно, завтра снова туда иди. И он ходил так до тех пор, пока как бы люди не увидели его искренность. Они вначале сказали: о, там, смотрите, саду, вырядился. Они знали, а он раньше такой плохой жизнью, он был таким жадным, всех там оскорблял, никому не помогал, да. Когда у них такая была реакция, да. Но потом
видя, что он в ответ не говорит им ни слова, терпеливо все сносит, они сказали: смотрите, а ведь он искренний. В ответ на нас оскорбление, он не проронил ни слова, он действительно стал саду. И они его приняли. Поэтому второе правило. Никогда ни на кого не обижаться, не жаловаться. Вот. И второе правило Гурдо. Третье правило – это никогда не оставлять воспевание святого имени. И кто является в этом хорошим примером? Харидас Такур, да. Харидас Такур избивали на 22 различных площадях и сказали: «Кажись от святого имени Кришны, повторяя имена Аллаха, проповедуя Гарам, мы тебя разолотим». Он сказал: «Даже если вы разрешите мое тело на 1000 кусков, я никогда не оставлю воспевание святого имени». Вот, поэтому это я себе напомнил эти три золотых правила, да. Если мы будем их исследовать, то наша жизнь будет, духовная жизнь будет успешной. Харе Кришна. Гурве Гоуре Чанда Радикай Тадави Кришная Кришна Бхактая Стада Бхактая Намо Намаха. Канака Джалада Нетро Мригумал Малати Бало Малати Кунда Мало Таула Тауна Бешо Нила Питамбарешо Смадана Питана Кунджай Радика Кришна Чанда. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer pranams to our Gurudev, O Vishnupad, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Gosai. Прежде всего, я приношу поклоны нашему Гурудеву. Парампара, all devotees, thank you for coming. Наши Рупануга Гуру Парампари, всем преданным спасибо, что пришли. So, today is disappearance day of Devaki Nandan Das. Сегодня день ухода Деваки Нандан Даса. So today we'll discuss his history. Сегодня мы обсудим его историю. На самом деле преданные в России известны как Кришна. Like heat and light are qualities of fire. Также как тепло и свет – это качество огня. So what is the quality which defines the soul, which can never be separate from the soul? И каково же качество, которое определяет? That is service. When the soul comes to this world of this mentality, which is originally towards Krishna only, that becomes transformed. И когда душа приходит в этот материальный мир и получает материальный покрывает. Например, качество воды быть жидкой. But you put it in the snow, it becomes ice. Но если вы положите эту воду в снег, то она превратится в лед. It takes on a transformed quality. И она обретает трансформированное качество. It becomes hard. Она становится твердой, льдом. But the quality to be liquid is still there inherent, even in the ice condition. Но даже в этом. Means who pervades everything. Но Вишну означает тот, кто пронизывает все. And service to Vishnu is called Vaishnavism. И служение. And who serves Vishnu is called Vaishnava. Понимаете?
Можете запомнили это? Ну да. Вишну. Вишну. Это все, что пронизывает. Вайшнавизм. Вайшнавизм. Вайшнавы. И вайшнавы. И все души по своей природе являются вайшнавами. All souls have the same constitution. И у всех душ одна единая конституция. No. All souls are individual. Все души индивидуальны. All souls are unique. И все души уникальны. But the nature of all souls is the same. Но природа всех душ одинаковая. Like material example, no? Много видов собак. Russian dogs, Chinese dogs, Indian dogs. Русские собаки, индийские, китайские. So, but still all dogs have the same nature. Но все же у всех собак единая природа. Of course, bad example, but still. Конечно же, такой плохой пример, но так или иначе. So, Kyamani, Kyanamani, Sabatara Das, Yanamani Tar Hoise Papinas. All are his servants, Krishna's servants. Все являются его слугами, слугами Кришны. Some know it, others don't know it. Кто-то знает об этом, а другие не знают. So someone who knows it, they're called Vaishnava. И те, кто знают об этом, их называют Вайшнавами. And that position is most worshipful. И это положение, оно наиболее поклоняемо. Муктинам аписиданам нараяна параяна судулаба прашантатма кочасапи махамуни. Out of millions of liberated souls, Krishna says, only one may know me in truth. Из миллионов освобожденных душ лишь один знает меня по-настоящему. Okay. So, in sum, that quality of Vaishnavism has fully manifested. И в каких-то, это качество, в каких-то людях это качество вайшнавизма, оно в полной мере проявлено. In some it's partially manifest. А в ком-то оно проявлено лишь наполовину, частично. And some it's covered. А в ком-то оно полностью покрыто. So Vaishnavas are three types. И вайшнавы делятся на три типа. Uttam Vaishnav. Uttama Vaishnava. Service mentality Krishna fully developed, fully blossomed. То есть вот это ментальное служение Кришне, она в полной мере расцветшая, распустившаяся. The beginner, the novichok. Те, кто являются новичками. Novichok, no? That is, Vaishnavism has just begun. В них вайшнавизм только лишь начинает проявляться. But still so much attached to this world. Но так или иначе, они все еще привязаны сильно к этому миру. Так много у них препятствий. Так много привязанностей. Так много неправильных пониманий. Но так или иначе, в них уже пробудилась эта вера. То есть преданные высшего уровня, Уттамадхикари, они уже двумя ногами стоят в духовном мире. They're in this world, but they're all existence, their all meditation is there. Они находятся в этом мире, но все их существование и вся их медитация, она принадлежит высшему миру, духовному. The beginning devotee has both feet here, but they're looking there. В начале своего пути преданные, они двумя ногами находятся в этом мире, но они уже обратили свой взор вверх. And the Madhyama Vaishnav has one foot here, one foot there. А у Madhyama Vaishnava одна нога здесь, другая нога там. So by associating with the highest class devotee, both the novichok and the madhyamadhikari can also develop their devotion. И общаясь с уттамадхикари, преданными высшего уровня, и начальные преданные, и преданные среднего уровня мадхьямадхикари, они могут достичь духовного мира, преданности. So, even though every soul is a devotee, every soul is a Vaishnava, but without the mercy of a Vaishnav, it cannot manifest. И несмотря на то, что все души по своей природе являются вайшнавами, преданными, без милости преданного эта преданность не может проявиться. Every woman can make a child. Каждая женщина способна родить ребенка. But until they contact the husband, not possible. Но если она, у нее не будет связи с мужем, тогда она не сможет этого сделать. Every seed can become a tree.
И каждое семя может стать деревом. But unless it contacts water, it will not manifest. Но если это семя не получит воду, тогда оно не сможет прорасти. Right? Every bird can talk. Каждая птица может разговаривать. Каждый попугай. Попугай. But unless he's trained and captured and taught, he cannot sing. Но если ее они поймают и не обучат этому, то она не сможет говорить. So every soul is devoted, Vaishnava. И каждая душа является преданным вайшнавом. But unless they get the mercy of a Vaishnava, that quality will never manifest. Но если она не получит общение преданного, то эта преданность не проявится. Understand? Понимаете? Really? Правда? Remember last night? I'm trying to understand. Remember last night's story? Помните историю вчерашнего вечера? Какую именно? Я помню про астролога. I remember the story about astrology. The ghost. Там было привидение. Мы как только заговорили про привидение, пришел Мада Нагопала. The ghost, the wasps, the snake. Там было привидение, осы и змея. So only by the mercy of devotee one can develop devotion. И только по милости преданного каждый может развить преданность. Okay. Late. Why didn't come yesterday? Почему не пришли вчера? Because I was. Вы учите французский? All go bad. But your citizens. By association of the low class person. All auspiciousness is good association. И поэтому качество причины всего благоприятного является хорошее общение. Therefore, nothing is more. No. But who will get such association? Но кто же может получить такое общение? Бхактисту Бхагават Бхакта Сангена Параджайте Сатсанга Пурвати Пумби Сукрити Пурва Санчита. Only someone who previous lifetimes. Те, кто в своих предыдущих жизнях совершили какое-то служение Кришне или его преданным. Вы слушаете? What you doing? Мусор какой-то. In the association, but mind is outside. Смотрите, сейчас есть общение, но ум куда-то уходит. Not good. Нехорошо. If you sit here, might as well listen. Но если вы будете сидеть здесь, то ум будет слушать это. So, somehow or another, in previous lifetimes, we have done some service to Krishna or his devotees. Так или иначе, в своих прошлых жизнях мы совершили какое-то служение Кришне или его преданному. That is called sukriti. И это называется сукрити. Pious activity. В отношениях с Верховным Господом. Birth after birth, this sukriti accumulates. И из рождения к рождению это сукрити аккумулируется. Накапливается. And when the sukriti is complete, one becomes eligible to meet high-class Vaishnavas of Krishna, devotees of Krishna. И когда это общение достигает... Сукрити становится достаточно? Okay, she can do. Relax. Sorry. No. Lost. Don't disturb, no? No, I forgot. Disturb everything. By collecting many, many lifetimes of service... Когда мы скопили достаточно сукрити... When his sukriti is complete, one gets the... eligibility to associate with the devotees. И когда это сукрити становится полным, тогда мы получаем возможность встретить вайшнава. Каким образом гореть? But she did service. Но она совершила
служения. She cleaned the wall of the temple of Lord Vishnu's temple. Она почистила стены храма. С помощью этого все ее грехи были уничтожены. Again, she got another human form and could practice devotion. И тогда она получила снова человеческое тело и смогла практиковать преданность. Over many, many lifetimes, this becomes thick and more thick. И с множеством жизней вот это все накапливается, становится более таким сгущенным. Maybe Madan Gopal's last life was a dog. Может быть, Мадан Гопал в своей прошлой жизни был собакой. Some devotee kicked him. Какой-то преданный, как пылинка с пыли со стоп преданного попала ему на голову. Many stories like that. Много историй есть подобных этому. Maybe we were a bird in the temple. Может быть, мы были птицами в храме. Hare Krishna, Hare Krishna, then Hare Krishna. Stories are like many stories we have heard. Мы много историй слышали таких. This secreti collects becomes more and more thick. И неважно, являешься ты человеком, животным или чем-то еще, это сукрити, оно сгущается и становится. Сколько людей живут в этом городе? 1 миллион. Больше миллиона. 1 200. How many? 1 200. 1 million to 200. Only. Quite small. Ну, такой маленький город. But how many have come? Но сколько из этих людей пришло сюда? 15, 20. Может, 15-20. Means Sukriti determines who will come. Это означает, что Сукрити определяет, кто может прийти сюда. And listen about Krishna. Listen to topics of Krishna. И послушать эти темы о Кришне. If you have a lot of Sukriti, when you listen, you'll feel so much happiness. Если у вас много Сукрити, когда вы слушаете, то вы испытаете большое счастье. Like an, if one has a lot of Sukriti, too much taste in hearing about it. И если у кого-то много сукрити, тот испытывает большой вкус от слушания о Кришне. Тот, у кого есть вкус, испытывает большое счастье, слушая о Кришне. Yes. Anyway, so we have some security, but not too much because sleeping. Ну так или иначе у нас есть какой-то. Hearing one gets more and more security. Но так или иначе, слушая, человек получает все больше и больше security. So security is very powerful. Поэтому security очень могущественный. So who will come for association of devotees? Итак, кто же приходит к общению с преданными? No, only those who have security, sufficient security. Лишь те, у кого достаточно сукрити. And by hearing from devotee, one develops devotion. И слушая от преданного, человек развивает преданность. Okay. Mahaprabhu said, no. Malan kore se bich kore aropan shravan kirtana jal kore secha. But by hearing from the devotee, this is like water. Слушание от преданного, которое позволяет душе прорасти. Soul to awaken. Душе позволяет проснуться. Then devotion has three stages. Итак, у преданных преданные подразделяются на три вида. Shraddha, bhav, and prema. Преданные преданность. Преданность подразделяется на три ступени. Это Shraddha, bhava и prema. No? So one should always be in association. И поэтому каждому нужно всегда находиться в общении. So the birthplace of devotion is association with the devotees. И местом рождения преданности является общение с преданным. Okay. So, in simple language, love of Krishna comes by the mercy of the devotees. Простым языком, любовь к Кришне приходит по милости преданных. Okay. It does not come from Krishna. Она не приходит от Кришны. Because Krishna has no devotion. Потому что у Кришны нет преданности. He's God. Он Бог. He's the enjoyer of devotion. Он наслаждается преданностью. Krishna does not have devotion. У самого Кришны нет преданности. Devotion is the section of devotee. That is the devotee's department. Департамент преданного, то есть. So if we pray to Krishna, Krishna will give us mercy by sending us to the association of the devotees.
И если мы просим, молимся Кришне о том, чтобы он пролил на нас милость, то он делает это, отправляя к нам преданного. Кришна джади крипа корикона бхагаван гуру Кришна рупа шикши апилан. If Krishna gives mercy to someone, если Кришна дает милость кому-то, he sends them to the association. He arranges for the association of devotees. Он устраивает для такого человека общение с преданными. If someone prays, oh God, help me. Если кто-то молится, о Господь, помоги мне. I want to know you. Я хочу узнать тебя. What is meaning of life? В чем заключается цель жизни, смысл? Who am I? Кто я такой? Why am I suffering? Почему я страдаю? I don't want to suffer. И я не хочу страдать. I am forced to suffer. Но я вынужден страдать. Вставается. Help me. Помоги мне. Then Krishna hears. Тогда Кришна слышит это. Why? Почему? Потому что он везде. Because he is everywhere. Right, he's Vishnu. So he он Вишну, он слышит это. Oh, now they're crying for me. О, сейчас он плачет обо мне. Now they have some greed for me. Сейчас у них появилась жадность до меня, какое-то желание. So Krishna arranges that person to meet with the devotee. И Кришна is some jatiya bhakti. Bhakti comes from bhakti. Бхакти приходит от бхакти. What's bhakti? Remember? Что yesterday? Такое бхакти? Помните, вчера мы говорили? Ну, я помню Брамо. Это другой. Что-что? Это не Брамо. Бхакти. Бхакти means love of Krishna, devotion. Бхакти означает любовь к Кришне, преданность. Yes, it comes through Brahma, then through the specific succession. Да, она приходит к нам от Брамы через ученическую преемственность. So we have to meet the specific succession. Поэтому нам нужно встретиться с представителем этой ученической преемственности. What we're hearing, we should do. А то, что мы услышали от них, мы должны делать это. Then devotion will come. Тогда придет преданность. Okay, so devotion comes from devotion. Итак, преданность приходит от преданных. Okay. The ghost cannot give devotion. The snake cannot give devotion. The wasps cannot give devotion. Привидение не может дать преданность. Осы и змея также не могут дать преданность. Only devotion can give devotion. Лишь преданность может даровать преданность. Right? Understand? Правильно, понимаете? Very easy. Очень просто. Someone who has devotion can give us devotion. Кто-то, кто обладает преданностью, может behave properly with affection, с любовью, with faith, с верой. Their mercy. Тогда мы получим их милость. Фанис, sorry. Imagine I slapped Fanis. Представляете, я дал пощечину Фанису. И потом через 2-3 часа я подхожу и говорю: о, брат, прости меня. No problem. No problem. Нет проблем. But if I slapped your mother, но если бы я ударил вашу маму, you would not forgive very easily, right? Вы бы так просто не смогли меня простить, правда ведь? Конечно, да. Я даже эти слова не могу простить. Right? Try to understand the point. Просто попытайтесь смысл понять. If someone does offense to Krishna, Krishna not take too seriously. Если вы нанесете какое-то оскорбление Кришне, то Кришна это всерьез не примет. But if we act against those who Krishna loves, then Krishna not forgive. Но если мы плохо поступаем с теми, кого Кришна любит, то Кришна не простит этого. I just gave some example we can understand. Я просто даю какой-то пример, чтобы мы смогли понять. So this Vaishnava apparat, offense against devotees, is most serious obstacle in spiritual life. И это Вайшнава аппаратха, то есть оскорбление в адрес преданных, это наиболее большое препятствие на пути преданности. That will be thunderbolt on our head. То есть это как молния в нашу голову. Haristan aparad nahiko hantumastan aparad nahik tar. Haristan aparad tar harinam tumastan aparad nahik. Offense against Krishna, Krishna can forgive if we chant his names. Если мы совершили какое-то оскорбление по отношению к Кришне, то он может это простить, если мы будем. Но оскорбление в адрес тех, кто очень дорог Кришне, Кришна так это просто не может простить. Потому что у Кришны такая сильная любовь по отношению к этим. И сегодня мы расскажем одну историю об одном преданном. His name was Devananda. Его звали Девананда. He was celibate.
он держал целибат. Very gentle behavior. У него был очень мягкий характер. Always controlling his mind and senses. Всегда контролировал свой ум и чувства. Very learned in the scriptures. И он очень был сведущ в писаниях. From a high Brahmin family. Происходил из высокой брахманической семьи. He was ideal in almost every way. Он был идеальным примерно во всем. But no love for Krishna. Но он был очень честным, таким моральным. Very clean. Очень чистым. Very gently spoken. Очень красиво, мягко говорил. All good qualities, but no love of Krishna. Все были у него хорошие качества, но не было любви к Кришне. The scriptures also condemn such a person. Писания также ругают таких людей. Prana seva deha se alokara ivananjanam. Like some girl dies. Imagine poor Sita died. Ну, как представьте, например, бедная Сита умерла. We put lipstick on the dead body. И мы ей нанесли помаду на губы. Some eyeliner. Подвели глаза. Made the hair nice. Уложили волосы. Put on the best sari. Одели на нее самое красивое сари. Come look, Sita, how wonderful. Приходите, посмотрите, как прекрасна Сита. No one will feel happy seeing that. No. Никто не будет счастлив, видя это. Because everything is there, but no life. Потому что все при ней, но нет жизни. So one may have all good qualities, like ornaments. И у кого-то могут быть все хорошие качества, подобные украшениям. But no devotion to Krishna. Но нет преданности Кришне. These are like ornaments on a dead body. И это подобно украшениям на мертвом теле. У нее не было любви к Кришне, потому что она не знала, ну, этот человек, потому что не знал, или потому что он намеренно не любил? Почему у него не было любви? У Девананды. Кришна, because he didn't know about him, or just he didn't love. Never heard about Krishna. Но никогда не слышала Кришну. Never associated with devotees of Krishna. Никогда не общался с преданными Кришны. So no proper understanding. Who is Krishna? Поэтому не было у него правильного. Как, например, тело мертвеца со множеством украшений. Imagine a beautiful lady. Прекрасную девушку. But leprosy on the nose. Но у нее. So the same way, good qualities without love for Krishna, this is useless. И таким же образом, все хорошие качества, но без любви к Кришне, все... He was speaking from the Srimad Bhagavatam. И в один из дней этот Девананда, он цитировал из Шримад Бхагаватам. The first night we spoke about the Bhagavatam. В первый вечер мы говорили о Бхагаватам. If all the Vedic scriptures are like a tree, the Bhagavatam is like the fruit. Если все ведические писания подобны древу, то Шримад Бхагаватам является... плодом на этом древе. Эта книга исполнена имен Кришны, его качества, формы и образа и деяний. There is no other topic there. И нет никаких других тем. Только темы, касающиеся нектара, служения Кришне. So this Devananda was giving a lecture on the Srimad Bhagavatam. И этот Девананда давал лекцию по Шримад Бхагаватам. But he was not devoted. Но он не был преданным. So he's speaking, but not understand properly the subject matter. И таким образом он говорил, но не понимал правильным образом те темы, о которых он говорил. But one great devotee was walking outside. He heard the microphone. Но один великий преданный, он проходил мимо и услышал вот его речь. His name was Srivas Pandit. Его звали Шривас Пандит. Have you heard of him in Angapriya? Thank you. Famous devotee. Известный преданный. Full of love of Krishna. Исполненный любви к Кришне. So he heard, oh, someone is speaking the Bhagavatam, topics of Krishna. И он услышал, о, кто-то говорит о Бхагаватам, то есть темы о Кришне. So he ran inside to listen, very happy. И он с большой радостью побежал внутрь, чтобы послушать. So as he was listening, he became overwhelmed with attraction to Krishna. И слушая, он наконец переполнился привлеченностью Кришны. So,
Ivam vrata sva priyanama chitta jitanu raga dhuta chitta uche. When the high class devotee hears the name of Krishna, then many ecstasies awaken in their heart. Когда возвышенный преданный слушает о Кришне, тогда в его теле проявляются многие признаки экстаза. Sometimes they shout. Иногда они начинают очень громко кричать, sing, петь, dance, танцевать, weep, плакать. The hairs of their body stand on it. Волосы на их теле встают дыбом. So in great, overwhelmed by ecstasy, Shrivas Thakur was rolling on the ground. И переполненный экстазом, Шривас начал кататься по полу. Especially there's a very famous verse in the Bhagavatam. В особенности есть очень известный стих в Бхагаватам. What is it? Bhadhabitam natavara vapukani okani karam bidprap kanaka kapisam bhajayantim chamalam randam adasudara punayad yantra brinde brindarana swapadaramanam pravishad gita kiti. When Krishna enters the forest in the morning, когда Кришна входит в лес утром, surrounded by so many cows and so many friends, окруженный таким большим количеством коров и своих друзей, he looks so handsome, like Cupid, он выглядит так привлекательно, как Купидон, like millions of Cupids, как миллионы Купидонов, with a flower garland around his neck, с цветочной гирляндой вокруг его шеи. When he walks, that flower, Krishna doesn't walk. Krishna walking is like a dance. Кришна на самом деле он не просто ходит, его передвижение подобно танцу. So when he's when he walks, his flower garland also dances. И когда он гуляет, гирлянда на его теле она также танцует. The earrings also dance. И серьги в его ушах тоже kissing танцуют. His cheeks again and again. Целуя его щеки снова и снова. It's wonderful. He wears peacock feather on his head. А на его голове красуется павлинье перо. He plays the flute. Он играет на флейте. So attractive, so beautiful. Такой привлекательный, такой прекрасный. Devananda Pandit, he spoke that verse. Devananda Pandit произнес этот стих. Then Shrivas Thakur became overwhelmed by love of Krishna. И тогда Шривас Тхакур переполнился любовью к Кришне. He began shouting, roaring, singing. Он начал кричать, рычать, кататься и петь. Because his heart fully melting. Потому что его сердце полностью растаяло. So many ecstasies he was feeling. И он испытывал так много видов экстаза. Anyway, so he could not control himself. И он не мог контролировать себя. And he fell on the ground. И он упал на землю. This was not some acting. И это не было чем-то показным. Maybe many people do this to become famous as great devotees. Может быть, многие люди делают это для того, чтобы прослыть великими преданными. But Shrivas Thakur was not like that. Но Шривас Тхакур не был таковым. So, Devananda Pandit was not devotee. Девананда Пандит не был преданным. So he could not understand why he's doing like that. И он не смог понять, почему он так делает. So, Devananda Pandit's disciples were like him. Ученики Девананды Пандита, они были такие же, как он. They also have no love for Krishna. У них также не было любви к Кришне. So they thought, why is he disturbing like this in the middle of the lecture? И они подумали, почему он так беспокоит всех здесь посреди лекции? So they picked him up, took him outside the front gate, Adwin, Dwa. Они схватили его и поднесли к центральным воротам и выбросили его. Один, два, три. No feelings, no respect, nothing. То есть никаких чувств, никакого уважения. Then Shrivas woke up. И Шривас тогда проснулся, пришел в себя. What happened? Что случилось? Why was I thrown out? Почему меня выбросили наружу? I cannot hear topics of Krishna. Я не могу здесь слышать темы о Кришне. So very sad he went away. И очень расстроенных чувствах он ушел оттуда. This is great disrespect of an exalted personality. Это величайшее непочтение по отношению к возвышенной личности. Аристосор. Эй. So, this. И это оскорбление пришло к Девананде Пандиту. So his heart became more dry. И его сердце еще больше стало черствым. He became more unhappy. Он стал еще более несчастным. But why he could not understand? Но почему он не мог понять?
хотят слушать, но преданные дают, возьмите. So Chaitanya Mahaprabhu was doing his Sankirtana Madhava, Yadava Hari, Vadana Bodhi. Fill your name, fill your mouths with names. Наполните свой ум, свой рот этими. Мукунда. Спасибо. Мукунда. Мукунда. Come on. Мукунда. Мукунда. Мада. Мадава, Ядава, Хари, Все это имена Кришны. Наполните свои уста этими именами. Daytime you waste decorating the body. Дневное время вы тратите на то, что украшаете это тело. And nighttime sleeping. А ночью спите. Still you feel no shame. Но все же у вас нет никакого стыда. Татай, татай. Маджала кол, гана гана джана джанджера. The drum would sound very nicely. Барабаны звучат очень прекрасно. The devotees would play different instruments. И преданные очень чарующий звук приходит от этого. In this way, everyone could get a chance to love Krishna. Think of Krishna. И таким образом мы получаем шанс любить Кришну, думать о нем. So Chaitanya Mahaprabhu would go. Island to island. И Чайтанья Махапрабху ходил от острова к острову. So there was one island where the alcohol, the, what they call alchas. Алкаши. There was one place. И было одно место. One pub was there. Было один там такой пивная была. And all the alkas. И все они там пили. Fully fallen. Ну, полностью такие падшие. Alcohol is terrible. Алкоголь — это ужасная вещь. Islam have very good idea, no alcohol allowed. Хорошая идея, что алкоголь не позволен. Family, society, everything. Потому что алкоголь уничтожает семью, общество, все. More Russians die. By alcohol than by war. На самом деле, в России больше людей умирает от алкоголя, чем от войны. True. Правда ведь? So terrible. Это так ужасно. So Chaitanya Mahaprabhu and his devotees were walking and they went past this area. И Чайтанья Махапрабху со своими преданными проходил, шли, и они проходили вот это место. And devotees were dancing, singing. So all the alcoholics also began dancing. И все эти алкоголики также начали танцевать. Because devotees dancing, then they also. Потому что преданные танцуют, и алкоголики тоже. Of course they were intoxicated. Ну, конечно же, они были опьянены. But still they tried. Но так или иначе, они попытались. Hare Bol, Hare Bol. They also chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Они также воспевали Харе Кришна. И так Господь Чайтанья является самим Кришной. So he looked upon them with so much mercy. They're trying to chant. И он бросил на них очень милостивый взгляд. So much merciful glance he gave. Такой милостивый взгляд дал им. So the alcoholics, they thought, these guys are like us. И эти алкоголики подумали, о, эти парни такие же, как мы. So they called the Lord, hey, come on, come for a glass. И они Lord Chaitanya was Krishna, no? Но Господь Чайтанья — это сам Кришна. Inside him all incarnations are there. И внутри него находятся все инкарнации. One incarnation is Balaram. И одна из инкарнаций — это Баларам. Don't misunderstand this. Поймите это правильно. Balaram is incarnation. Нация. So Balaram also drinking sometimes. И иногда Баларам также принимает какие-то веселительные напитки. Because God can do anything. Потому что Бог может делать, принимает какой-то алкоголь. So when the alkas, и когда эти алкаши hey, come on. Сказали им, иди сюда. We give you a beer. Мы тебе дадим пиво. Then Lord Chaitanya came in that mood of Balaram.
Когда Господь Чайтанья пошел к ним в настроении Баларама, his eyes became red. Его глаза стали красными. And he began walking over them. И он стал с ними там бродить. For him is no fault. Кришна может делать все, что угодно. It doesn't affect him at all. И это никакого абсолютно влияния на него не оказывает. It will affect us. Но на нас это окажет влияние. Like Krishna surrounded by millions of young gopis. Как, например, Кришна может быть окружен миллионами молодых гопи. But no lust. Но у него нет вожделения. So Balaram drinking, no problem for him. И поэтому, если Баларам выпьет, то нет проблем для него. He not lose his full consciousness. Он не потеряет свое полное сознание. It's just his pastime. Это лишь его игры. So what Krishna can do, we cannot do that. И поэтому то, что может делать Кришна, мы этого делать не можем. So we should not imitate. Поэтому мы не должны имитировать. Understand? Понимаете? Okay. Это просто, правильно? So when Lord Chaitanya came in mood of Balaram and went there to drink. И Господь Чайтанья отправился туда в настроении Баларамы, чтобы выпить. And Shrivas bowed to Lord Chaitanya. Тогда Шривас склонился в поклоне перед Господом Чайтанья. You are the supreme personality. Ты верховная личность. Nothing is forbidden for you. Ничего не является для тебя запретным. You are supremely independent. Ты в высшей степени независим. You are unaffected by any good or bad. И ничто плохое или хорошее не может оказать на тебя никакого влияния. You are beyond all dualities. Ты находишься за пределами всей двойственности. You can drink. No one can stop. We cannot stop you. Ты можешь выпить. Никто не сможет остановить тебя. And if you do, there is no fault. И если ты это сделаешь, в этом не будет никакой ошибки. But everyone will see. Но все увидят это. And they will say, he did, why can't we? И они скажут, он сделал это, почему нам нельзя? Then you will be the cause of everyone's destruction. И тогда ты станешь причиной всеобщего уничтожения, разрушения. Because what the leader does, everyone follows. Потому что то, что делает лидер, все следуют этому. So Shrivas said like that. Шривас сказал очень смиренно таким образом. I cannot, no one can stop you. Никто не может остановить тебя. But if you go, everyone else will do the same thing. Но если ты пойдешь, то все будут делать то же самое. Then you will be the cause of everyone's destruction. Тогда ты станешь причиной всеобщего разрушения. But still no one can stop you. Но так или иначе, никто не может тебя But остановить. If you go there and drink, Но если ты пойдешь туда и выпьешь, I will go and commit suicide in the Ganga. Я пойду и оставлю свою жизнь в Ганге. Утоплюсь в Ганге. So, Lord Chaitanya stopped. И тогда Господь Чайтанья остановился. That time he glanced with so much mercy over all these alkas. И тогда он очень милостиво бросил свой взгляд на всех этих алкашей. Even though they're fallen, wretched. Несмотря на то, что они все такие падшие. Still he's very happy they're trying to chant. Он тем не менее был очень доволен ими, что они воспевали. But that time he saw Devananda. Но в этот момент он увидел Девананду. This very good Brahman, very learned person. Это такой был очень хороший Брахман, очень сведущий. Держал целибат. When Lord Chaitanya saw him, he became very angry. Но когда Господь Чайтанья увидел его, он очень разозлился. Very bad luck, I have to see your face. Очень большая неудача, что я увидел твое лицо. You are distributing, you're speaking about the Bhagavatam. Ты говоришь о Бхагаватам. But you cannot understand one word of its real meaning. Но ты не можешь понять ни единого. No devotion to Krishna. Потому что у тебя нет преданности Кришне. Like a spoon, no? Как ложка. The spoon is giving honey, spoon is giving smetana. Как ложка, она раздает мед, сметану. Spoon is giving sweet rice. Раздает сладкий рис. But spoon don't taste anything. Но ложка не может испытать никакого вкуса. It is giving to others. Она просто раздает другим. So Lord Chaitanya said, you are like that. Ты таков, сказал like Господь Чайтанья, как ложка. You are distributing the nectar of love of Krishna by speaking on the Srimad Bhagavatam. Ты раздаешь нектар любви Кришне, говоря Шримад Бхагаватам. But you are not tasting one drop. Но ты не можешь испытать ни единой капли. You cannot understand one word of what you are speaking. Поэтому ты не можешь понять ни единого слова, которое ты говоришь. So Lord Chaitanya strongly chastised this Devananda. И Господь Чайтанья очень жестко отчитал этого Девананду. You have done a great offense to Shrivas Thakur. И ты совершил огромное оскорбление в адрес Шривас Тхакура. Same Shrivas Thakur who was saying to Lord, don't go, otherwise I will commit suicide.
тот же самый Шривастхакур, который подошел к Господу Чайтанье и сказал: «Не ходи туда пить, иначе я утоплюсь в Ганге». И вы можете понять, насколько сведущ, насколько он милосерден от Шривастхакур. This is Lord Chaitanya's nature. Это природа Господа Чайтаньи. The alcoholic, they are very sinful, very low. Алкоголики, они очень падшие, очень низкие. This is a terrible activity. Это ужасная деятельность. But Lord Chaitanya gave them so much mercy. Но Господь Чайтанья даровал им так много милости. But they are only sinful. Потому что они только лишь грешные. But they never made offense. Но они никогда не совершали оскорблений. To Krishna or the devotees of Krishna. По отношению к Кришне или его преданным. But this Devananda. Но этот Девананда. So learned, so good behavior, so gentle. Такой знающий, такой с хорошим поведением, такой мягкий. He never doing any bad sinful activity. Никогда не совершал плохой и греховной деятельности. But he offending the devotees. Но он оскорбил преданных. So Lord Chaitanya gave mercy to the alkas. И Господь Чайтанья даровал милость алкоголикам, strongly chastised Devananda. Но очень сильно отчитал Девананду. And Lord Chaitanya is so famous, Nimai Pandit. И Господь Чайтанья, он такой известный, он Nimai Pandit. The most learned person all Navadvip. Наиболее ученый человек во всей Навадвипе, в мире. So Lord Chaitanya strongly chastised him in front of everyone. И Господь Чайтанья очень сильно отчитал его перед всеми. And Devananda felt so much shame. И тогда Девананда испытал такой сильный стыд. Очень стыд. He not became angry. Он не разозлился. But he, what he's saying, this is true. А все, что он говорит, это правда. So, with great shame he went, went off. Great shame. Такой очень сильно пристыженный он ушел оттуда. And he accepted the chastisement. Но он принял эти критику в свой адрес. So, Devananda Pandit had one good fortune. Но у Девананды Пандиты была благая удача. There was one devotee called Vakreshwar Pandit. Был один преданный, которого звали Vakreshwar Pandit. Vakreshwar Pandit was great devotee of Krishna, Lord Chaitanya. И Вакрешвара Пандит был великим преданным Кришны, Господа Чайтаньи. He was a great dancer. И он был великим танцором. Okay. Because when devotees would chant, he would dance. Когда преданные воспевали, он всегда танцевал. One time he danced for 72 hours. И однажды он танцевал на протяжении 72 часов. With so much emotion, so much feeling. С такими сильными эмоциями, чувствами. Even in the streets, some bombs was very happy, he also danced. И даже на улице, даже на улице какой-то бомж, если он очень счастлив, он может танцевать. Someone too much happy nature is they dance. Поэтому если кто-то очень счастлив, то его то он начинает танцевать от этого. Vakreshwar Pandit was not for some material enjoyment, this was transcendental ecstasy. Но Вакрешвара Пандит танцевал не для какого-то материального наслаждения, это были трансцендентные эмоции. So somehow Devananda had developed faith in the character of Vakreshwar Pandit. И каким-то образом Девананда он развил веру в личность Вакрешвары Пандита. So when Lord Chaitanya chastised him, he accepted. И когда, поэтому, когда Господь Чайтанья отчитал его, то он принял это. Yes, he thought, I have no love. Все же он чувствовал себя очень плохо. Such a great mistake. Я совершил такую большую ошибку. So he went to... отправился к Шривасу Пандиту и начал молить его о прощении. And he became a great high-class devotee. И он стал великим, очень высокого класса. He took initiation. Он принял инициацию. And his name changed to Devakinanda. И его имя поменяли на Девакинандана. So he went to Lord Chaitanya. И он отправился к Господу Чайтанье. Now I understand. The greatest obstacle in spiritual life is offense to devotee. Сейчас я понял, величайшим препятствием на пути преданности является оскорбление преданного. But I don't know which devotees I offended. Но я не знаю, какого преданного я оскорбил. How can I become free from all my offenses? Как я могу освободиться от всех своих оскорблений?
So Chaitanya Mahaprabhu said, you write a song glorifying all devotees. Напиши песню, которая будет прославлять всех преданных. And we sing that most mornings. И практически каждое утро. All the devotees in Navadvip. No matter what clothes they wear, where they live, I bow to Hoyachena, Hoyebena, past, future. Я приношу свои пранамы всем преданным, которые жили в прошлом, живут в настоящем, будут жить в будущем. Brahmanda tudite shakti darajana jani eved purana gaya jivasuni. One devotee can deliver the whole world. Один преданный может освободить весь мир. If the whole world listens. Но лишь в том случае, если весь этот мир будет, если весь мир будет слушать вайшнава, то весь мир получит освобождение в том, что никто не слушает. So he made this beautiful prayer. И он создал это большое могущество. They can free anyone from the chains of birth and death. Они могут освободить каждого из круговорота рождения и смертей. They're ocean of mercy. И они являются океаном милости. He did that prayer. Он написал эту молитву. So our Gurudev's Gurudev opened a big temple in Navadvip. И Гурудев нашего Гурудева открыл большой храм в Навадвипе. And he called his temple after this devotee, Devananda Gaudiya Math. И он назвал этот храм в честь этого преданного Девананда Гаудия Матха. Have you seen that? Видели ли этот храм? Have you been to Navadvip? Ты была в Навадвипе? Have you seen that temple? Видела этот храм? You can't remember. И не можешь помнить. You can't remember. Why you said probably? Why didn't you say yes? So that temple still there, Devananda Gaudiya Matha. И этот храм до сих пор находится там, Девананда Гаудия Матха. Because the place where he was forgiven was that same place. Потому что то место, где Девананда получил прощение, оно находится как раз в этом месте. All the alcoholics were there. И все эти алкоголики тоже там были. Still there today, some of them. Ну, наверное, до сих пор кто-то там из них находится. Anyway, so today is the disappearance of Devaki Nandandas. Итак, сегодня день ухода Девананда Пандита. Девананда Пандита. So today we will remember him and his activities. И сегодня мы немного памятуем о нем и о его деяниях. So we're offering affection to and respect to those who are chanting the holy names. One can achieve all auspiciousness. И если кто-то предлагает свою любовь тем, кто воспевает святые имена, то он также достигнет всего благоприятного. So we should offer respect to everyone according to their position. И поэтому мы должны выражать почтение каждому согласно его Remember we talked about three levels of devotees? Помните, мы с вами говорили о трех уровнях преданных. According to the position of everyone, we offer appropriate respect. И согласно положению каждого, мы предлагаем надлежащее почтение. If we do like this, there can be no obstacles will stop us in spiritual life. И если мы будем делать таким образом, то для нас не будет никаких препятствий, которые смогут нас остановить на нашем пути. But disregarding this advice, if we make offense to devotees, that we will lose everything. Но если мы пренебрегаем этим советом и пренебрегаем преданными, то мы потеряем все. Are there any questions? Есть какие-то вопросы? Yes. Только можно частями, что не запомнили. Да, коротко. Возможно ли такое? Допустим, вот если она попадет на остров с наркоманами, то все наркоманы станут такими, как она. Is it possible that if this lady will get to the island with this narcomans, they will become all the of them will become like her? Unless she's very, I don't know if she's that powerful. Ну не знаю, есть ли у нее такое могущество. Who is more powerful, they will change everyone else. Но если у кого-то есть большое могущество, то он может поменять всех остальных. And most of us are weak. Что ты еще? In terms of transcendental, attainment is useless. Но с точки зрения каких-то трансцендентов он бесполезен. Spiritual material
qualification, these are different things. Вещи и материально. Что вот и есть проститутка, которая была, ну, вообще безбашенная, она там курила, но из-за того, что она немножко почистила храм, она считается уже хорошим человеком. So also you told the story about that prostitute who just cleaned the temple and now thus she became like a good person. И её грехи очистились. And her sins disappeared, were cleaned. Because she did without offense. Потому что она не совершала оскорблений. She wasn't criticizing any devotees in the temple. Она не критиковала никаких преданных в храме. She was just doing rubbish. Ну, она просто занималась каким-то мусором, греховной деятельностью. Но она же тоже не знала Кришну. So she also didn't know Krishna. But service of Krishna is so powerful. Но служение Кришне, оно настолько могущественно. Like if I gave you a glass of water. Как, например, a glass of orange juice. Если я вам дам стакан апельсинового сока, но я добавлю туда какой-то яд. Но вы не знали. И выпили, что случится? I will die. But you don't know. Но вы же не знаете. So, point is, everything has some power. И смысл в том, что у всего есть свое могущество, своя сила. You know or you don't know, it will still work. А знаете вы об этом или не знаете, это сработает. Ну, как вот яд в стакане, знаете вы, что он там... Like Madan Gopal, very bad, right? Как Мадана Гопал, очень плохо. Everything about him is terrible. Все, что с ним связано, ну, плохо. His haircut. Ужасно. His haircut. А, его прическа. His beard. Его четки. His борода. Его борода. His clothes. Его одежда. His job. Его работа. His association. Его общение. Everything is terrible. Все ужасно у него. But he has faith in hearing. Но у него есть вера в слушание. He has some, he finds happiness in chanting. И находит какое-то счастье в воспевании. So that quality makes him superior to an ordinary person without devotion. И поэтому это качество может быть, может возвысить его над другими преданными, над другими людьми, у которых нет преданности. Yes, hard to believe, but it's true. Это сложно в это поверить, но это правда. Because if he keeps practicing whatever bad habit he has, that will be destroyed. Но кто-то Потому что все это происходит на каким-то людям. Людям это нужно, они хотят этого. They'll go there. Тогда нет. Anything else? Эти молодые люди. Okay. Any questions? У вас есть вопрос? You came a bit late, no? Немножечко опоздали. Yes. Okay. Can you sing something? You know Mahamantra? Has you heard it before? Вы знаете Mahamantra? Слышали ее уже раньше? Yes. No. Okay. Today is your good day. Сегодня ваш хороший день.